Все на лед. В Магнитогорске одна за другой открываются ледовые площадки для массовых катаний. Итак, 3 декабря состоится торжественное открытие катка в экологическом парке, а 4 декабря любителей коньков приглашают на центральный каток. Там тоже пройдет праздник. Накануне открытия наша съемочная группа побывала на одной из площадок и увидела, как готовят ледяную гладь. Капли воды, точно россыпь драгоценных камней, переливаются на солнце. На центральном катке заливают лед. Шаг за шагом огромная территория покрывается ледяным панцирем. Территория очень большая, одна из самых больших территорий в городе Магнитогорске, это площади. Более того, сложность в том, что это земляная основа, здесь как бы не асфальт, на который надо землю проливать, чтобы она подостыла, и потом уже начинала набирать толщину льда. Но не меньше 20 сантиметров должен быть лед, чтобы хорошо прожить весь сезон. Площадь центрального катка около 17 тысяч квадратных метров. Чтобы любители зимнего вида спорта могли скорее ступить на лед, рабочие трудятся и днем, и ночью. В воскресенье 4 числа в 12:00 состоится официальное открытие с приглашением официальных лиц дворца Орджоникидзе и так далее. Традиционно мы уже как бы открываем. Поэтому милости просим, как говорится, покататься и поддержать нас. На днях в спортивном клубе «Металлург Магнитогорск» открыли каток на стадионе «Малютка» и площадку для зимнего картинга. Через неделю планируют запустить «Чудо-склон» для любителей горных лыж, сноуборда и тюбингов. Работы по подготовке центра близятся к завершению. Ольга Аникина, Владислав Гусев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.